бросила. Ты мне подари его детство, не очень. Вика, ну чё, куда ты спряталась опять, а? Я тебя нашел. Ку-ку. Ух, испугала. Ну а прежде чем мы продолжим, не забудь подписаться и поставить лайк. Ну, Вика, это уже старый пранк, это не смешно. Ну, ты же сейчас смеешься. Я улыбаюсь. Фух, ты все время вместе с мамой меня пранкуешь. А давай теперь мы с тобой вместе маму пранканем, а? Круто же. Тем более у меня настроение пранковать прям. Мы с тобой? А ты придумала уже пранк? Нет, Митя сейчас придумаем, у нас же с тобой вместе креатив вот такой. Да, так, и Амелии тоже достанется. Нет, Амелии не достанется, она же еще маленькая, я ее люблю. Так, давай придумаем, как маму проткануть. Так, где мама? Тихо, давай искать. Так, там нет. Нет, пошли. Папа, Амелия с мамой уехали в зоопарк, а она мне сегодня утром об этом говорила, я забыла. И что мы будем делать? Не знаю. Как будем маму пранковать? Давай спросим у Алисы. Алиса, как можно пранкануть знакомых в машине? В интернете пишут, способы разыграть друзей с автомобилем. Шутка юмора, временная покраска автомобиля, как и временное тату, ненадолго. Для этого пранка нужна краска, которая легко смывается. Нужна краска, которая легко смывается. Алиса, выключись. Что? Что я сказала, чтобы она выключилась? Ты говоришь голосом Алисы? В смысле? Ну-ка еще раз что-нибудь скажи. Скажи, привет. Скажи, маршрут построен. Маршрут построен? Нет, голосом Алисы. Маршрут построен. Что? Подожди, подожди, ну-ка еще раз сядь. Скажи, погоду скажи. Голосом Алисы, да. Сегодня ожидается небольшой ветер, осадков не ожидается. Что? Что, похоже, что ли? Вообще идеально. Алиса, ну что, ты узнала меня? Нет, а должна? Да, ты должна меня узнать. Я тебя узнаю из тысячи. Ну, молодец. До свидания, Алиса. 02. Стой, куда пошел? Куда хочу, туда и иду. Пока. Я это уже поняла. Возвращайся, я буду ждать. Очень похоже, Вика. Давай придумаем какой-нибудь пранк. Может, маме позвоним по звонку и скажем, типа, здравствуйте, хотите заказать пиццу? Маршрут построен. Следующий поворот направо. И она поедет куда-нибудь в лес. Не, давай, знаешь, что давай сделаем? Давай что-нибудь по звонку, давай что-нибудь. Давай будем звонить подписчикам. Как? Голосом Яндекс Алисы. А что? А где мы найдем их номер? Как мы им позвоним? Мне же потом так, будут звонить триллиард потом людей. Слушай, нам нужно завести симку. Симку какую-нибудь новую, да. И как-то выяснить номера телефонов твоих подписчиков или фан-аккаунты. Подожди, нет, часто у тебя... Дай я скажу. В комментариях оставляют номера. У тебя в комментариях часто оставляют номера, и мы будем по всем звонить. Так, все, я уже набрала номер телефона, и звонить я буду со своего старого телефона. Со своего старого номера. И этот номер придется потом сжечь и выкинуть. К сожалению, да, чтобы потом не вспомнили. Мне кажется, ты сейчас будешь звонить, и потом нам начнут перезванивать. Да-да, мне страшно. Так, в общем, давай, не смеемся, я тоже не смеюсь. Мне смешно. Давай. Здравствуйте, я Алиса, ну та, которая маршрут построен. Узнали? Маршрут построен. Через 300 метров видите? Можно задать вам вопрос? Вы знаете, кто такая Вики Шоу? Вы ее фан? Вы только что ее обматерили. Поздравляю, вы попали в видео. До свидания.
Что это было вообще? Я не знаю. Давай другому звонить, я обиделась. Если ты смотришь это видео, я тебя не прощу за это. Следующий. Да, следующий номер, все. Здравствуйте, я Алиса. Сбросили! Подумали спам, наверное. Подумали, может быть, какие-то мошенники. Да. Извините, не сбрасывайте трубку. Я Алиса, ваш голосовой помощник. Хотела у вас спросить, почему не общаетесь со мной в приложении? Я знаю ваше имя. Вы Алена, верно? Можно задать вам еще один вопрос? Вы фанат Вики Шоу, известная блогерша, певица и модель? Да? Вы имеете фан-аккаунт с ней или нет? А какая у тебя ее любимая песня? Это лето, улетаю как ракета. В общем, вы настоящий ее поклонник. Я поздравляю, вы попали к нам в видео! Поздравляю! Привет! Привет! Алена, привет! Привет! Мы снимаем пранки и звоним голосом Алисы! Да! Ты мне подарила детство, я очень люблю. О, спасибо! Спасибо тебе большое! А ты где живешь? Я живу далеко, как я знаю, в Одинцово. О, это не так далеко от Москвы. Поздравляю, ты попала к нам в видео. Ты первая, кто взяла трубку из вроде бы трех подписчиков, которым мы уже звонили. Господи, это какое кусачье. Да. Я желаю тебе, чтобы у тебя было все в жизни. Хорошо, чтобы удача была всегда на твоей стороне, чтобы ты была здоровая, умная и счастливая девочка. И тебе всего хорошего. Давай, пока-пока тебе. Пока. О, вот это я понимаю, это наша вишенка. У меня сейчас, знаешь, как сердце бьется, ребята. Ой, у меня сердце бьется. Так, все, звоним. Мы нашли телефон фана. Очень, очень крутой фан, я ее обожаю так. Здравствуйте, я Алиса, голосовой помощник. Но та, которая у маршрут построен. Узнали? Милый твой фан. Нет, Лена, Лена. Извините, не сбрасывайте. Можно задать вопрос? Вы знакомы с девочкой Вики Шоу? Знакома. Вас зовут Лена, верно? Фан, который имеет огромное количество аудитории в одном приложении. Да, верно. У вас есть Roblox аккаунт? Конечно. Там вы записаны как Pancakes Elena. Да. Вам 14 лет. 13. Хорошо, 13. Хотите, я вас заинтригую? Давай. Вы уже догадываетесь, кто я? Конечно. Кто я? Кто я? Поздравляю, Лена! Спасибо, мои руки! Я тебе позвонила, наконец-то! Поздравляю, ты еще попала к нам в видео, как мы с папой звоним нашим подписчикам голосом Алисы. Лена, привет! Здравствуйте! Привет, привет! Я сначала вообще испугалась, я подумала, кто-то просто шутит. Ну вот так, мы еще кое-кому тоже будем звонить. Сейчас я не на камеру скажу, так, папа, выключи камеру. Мы еще знаешь, кому позвоним. Нет, они все в стоке будут. Только пока не предупреждай. Ладно, давай, пока. Давай, хорошо. Пока. Давай. Да, Лена, Лена, я люблю тебя, Ксюша, Лена, Оксана, Ната, я всех люблю, вишенки, я вас люблю. Я тоже вас всех люблю. У нас еще целый список. Алло.
Маршрут построен. Через 300 метров поверните направо. Ой, извините, вы уже здесь? Я так понимаю, вас зовут Елизавета? Да, кто это? Это Алиса, но у меня есть две личности. Рассказать какие? Давай. Первая личность – это Алиса, а вторая, знаете, какая? Какая? Виктория Соловьева. Вики Шоу. Здравствуй! Привет! Привет! Привет, привет, а мы уже снимаем. Как дела у тебя? Хорошо, у тебя как? У меня тоже, у меня даже отлично. И скольким вы уже позвонили людям? Ну, многим достаточно. Сейчас еще будем звонить. Ну, мы только начали, а первая девочка послала нас в жжжж. Да. Ого, она тебя не узнала? Она узнала, потом начала звонить и извиняться. Она потом перезвонила, стала извиняться, но мы уже обиделись. Понятненько, понятненько. Миссис Понятненько. Ну, мы пойдем звонить дальше. Да. Давай, спасибо, Вика, за звонок, пока. Не за что, пока. Пам-пам-пам-пам. А это так весело звонить. Да. Это самый веселый пранк, мне кажется. Со стороны это вообще так смешно выглядит. Дай-ка еще наберем. Здравствуй, я Алиса. Как дела ваши идут? Хорошо и куда? На Мальдивы бегут. Извините, не с того начала нашу тему. Можно задать вам очень интересный вопрос? Можно? Конечно. Вы знаете одну блогершу? Она имеет 10 миллионов подписчиков. Недавно совсем добил. Какая еще Вика? Я Алиса. Смешно. Мне совсем не смешно. А мне смешно. Привет. Привет. Вот почему я у тебя спрашивала номерок. Как дела у тебя на Мальдивах? Отлично. Ты попала к нам в видео, где мы звоним нашим подписчикам голосом Алисы. А Алиса — это я. Серьезно? Да. Скажи всем привет. Здравствуйте. Расскажи о себе. О, чё? Ну, мы пошли звонить дальше. Да, приятно было поговорить. А, ну ладно, ладно, да. Давай, пока. Пока. Расскажи о себе. А чё, а чё? Капчо. А чё, чё, чё? Капчо, 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 капчо. Так, ещё нашла один номерок. Здравствуй, я Алиса, голосовой помощник. Я могу построить вам маршрут. Ой, Вика, привет! Какая еще Вика? Я не знаю никаких Вик. Я спрашиваю, вам построить маршрут? Давайте. Куда? На улицу. Хорошо. Через 20 метров поверните направо, во двор. Хорошо. Хотите переключиться на FaceTime, чтобы узнать лицо Алисы? Вы будете первым в мире человеком, который это увидел. FaceTime не работает. Извините, у вас не работает FaceTime. Хотите узнать мой настоящий голос? Давайте. Считайте до трех. Сбросила. Почему ты сбросила? Так, все, звоним еще раз. Ну, понятно. Давай другому, значит, позвоним. Здравствуй еще раз. Здравствуйте. Ну, о чем мы там остановились? Маршрутка. Ладно. А сказать вам тогда мой настоящий голос? Да. Считайте до трех. Раз, два, три. Привет! Ой, Вика, привет! Приветик!
как дела у тебя? Нормально, у тебя как? У меня тоже потрясающе, поздравляю! Ты попала к нам в видео, где мы звоним подписчикам голосом Алисы. А Алиса, это я! Папа, тоже скажи привет! Привет! Пум-п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 ум-
интересную игру, которую мы сейчас будем загадывать. Челлендж с подписчиками. Да, сейчас увидите. Так, звоним. Какой разный гудок пошел. Пуп-пуп. Выключай. Все, Даша. Аппарат вызываемого абонента. Занят. Давай следующий. Алло. Здравствуй, Милана. Я Алиса из Яндекс. Вас зовут Милана, верно? Кто? Это Яндекс Алиса. Это не Яндекс Алиса, я знаю. А кто это? Вики Шоу? Вы знаете? Это точно. Да? А хотите, я докажу, что с вами разговаривает Вики... Вики Шоу, привет! Вика, это ты? Нет, да, конечно! Мы снимаем видео на канал! Я уже испугалась. Я сказала, что это точно не Алиса из Яндекса. Как дела у тебя? Отлично. Да, у меня тоже. Ты попала в видео, где мы звоним нашим подписчикам голосом Алисы. А Алиса, это, конечно же, я. Кто это? Алиса кто? Нет, ты кто? Я Вика! Ты не шутишь? Ну, видишь видео на канале и проверим, шучу я или нет. Это правда ты? Правда, правда. Тут не только Вика, тут еще папа Вики. Алло, да? Это моя сестра. Здравствуйте. Привет, сестра. Ты попала в видео. Мы пранкуем своих подписчиков. Ты же оставляла свой номер телефона. Вот мы и звоним. Так, звоним девочке. Ее зовут Ксюша. Ну, привет. Я Яндекс Алиса. А ты кто? Ксюша. Я так и знала. Это очень красивое имя. Ты знакома с Вики Шоу? Да. Где ты с ней познакомилась? В Роблоксе. Вот это совпадение. Неужели ты общаешься с ней сейчас по звонку? Ну, привет, Ксюша! Ой. Привет! Привет! Как у тебя дела? Хорошо. Хорошо! Ну, привет, ага. Слава. Ага, здравствуйте. Кто это? Узнал меня? Это знакомый ради голоса. Ну и кто же я? Что-то я не знаю. Очень знакомый голос. Ладно, хорошо. Приступим к важной теме. Какой у вас любимый блогер? Такой блогер есть, ну, вот, Вики Шоу, там вот, кстати, Серёжа, представляете? Это очень крутой блогер. Давайте с вами сыграем в один челлендж. Давайте. Оставайтесь на линии в течение 20 секунд. Я загадаю вам песню, а вы ее должны отгадать, точнее название и певца. Подождите секунду. Алиса, включи песню Вики Шоу 1, 2, 3, 4. Включаю Вики Шоу. Песня 1, 2, 3, 4. Слушайте. Из окна видна радуга, дуга, значит, прилетает лето. В этот раз не будет, как всегда, больше никаких секретов. Ну и кто же поет эту песню? О, это... Это 1, 2, 3, 4. Да, а кто поет эту песню? Это Вика Шоу, я вам поет. Да, вы отгадали правильно. За правильный ответ я вас награждаю одним сюрпризом. Подождите немного. Так, говорите ему... А чё он, какой мужик взрослый? Тихо, тихо, так, всё, говори. Давай. Я раскрываю вам свою вторую личность. Я... Нет! Wi-Fi сломал!
есть Wi-Fi? У меня было написано «Сбой вызова». На самом интересном месте. Извините, звонок сбросился. Так вот, я раскрываю вам свою личность. Итак, я... Вики Шоу! Привет! Привет! Ты попал в видео, где мы подписчикам звоним голосом Алисы. Передай всем привет в камеру. Всем привет, ребят. Да, обязательно, ребят. Здравствуйте. Это кто? Это Алиса, голосовой помощник. Ну, та, которая маршрут построен. Узнали? Узнали. Подсказать вам время, погоду или что-то еще? Нет. Пошла ты? До свидания. Ребят, извините, если я кого-то напугала своими звонками. Я же просто хотела с вами пообщаться, ну и повеселиться. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Ну и как всегда, всем пока-пока и до встречи в нашем новом видео. Пока-пока.